Стоит только довериться, подать свою руку, и он будет вести день за днем, час за часом, миг за мигом, ощущение за ощущением. Он будет вести к истинной цели, к великой удаче в жизни, к Творцу Отцу, в пути света, в Его великую, прекрасную, световую обитель любви, любви неземной, далекой, такой дорогой, животворящей, бесценной, великой, как сама жизнь, как само творение. Любви живой, чей неиссякаемый родник всегда бьет, всегда в нас и вне нас, мы в нем, мы всегда в его божественном присутствии, его велик, чистый океан, его безусловной любви. Жизнь мечты доступна, возможно, это жизнь любви, любви Творца, его желаний, его возможности, его воли. Жизнь мечты для каждого своя, для каждого его программа счастья, света и добра, проникнувшись уважением к этому миру, мирозданию, каждому живому существу. Мы обретаем себя, начинаем с себя, уважая себя, свои цели, устремления, свою программу, своего Создателя. Смело и решительно мы следуем по пути света, каждый день, день за днем. Спокойно и решительно мы воспринимаем эту реальность в виде лишь уроки, задачи, цели, ступеньки нашего развития, каждого индивидуального. Любить бескорыстно – это задача. Любить горячо, копя энергопотенциал, следуя за теми, кто прошел уже этот путь, чутко прислушиваясь к их наставлениям и горячих, любящих наш сердец. Существа света рядом с нами, они всегда с нами. Стоит только протянуть руку, только подумать, только позвать, только попросить помощи, попросить направлять. Их милосердие не знает границ, оно непостижимо. Обычными человеческими умами существа света рядом с нами всегда и всюду. Существа света здесь и сейчас с нами. Существа света. Существа света. Существа света. Существа света. Существа света.
чья любовь, нескончаемый поток, чей огонь, исцеляющий прекрасен, и только слезы льются. Как же хорошо, как непостижимо, и как возможно, существа света, милосердие свое, с нами всегда.